катался на льдинах по Оке. У меня трое детей и 6 внуков. И я до сих пор не болею. Это, наверное, о чем-то говорит. Недавно, не так давно, я выступал в онкологическом центре для детишек в Москве. Да. Выступал в онкологическом центре в Москве. И у нас были очень строгие правила. Нельзя жать руку, нельзя целовать их, нельзя приобнять их. Можно только аккуратно сфотографироваться. Я был удивлен такими правилами. Почему же это? Потому что мы можем нанести какую-то инфекцию и еще больше усугубить болезнь. Я видел эти лысые головы, эти перевязанные рты. А потом мне удалось поговорить с мамами этих пациентов лысых. И я говорю, что случилось, как же так? И они ответили, что мы со всей страны. И у нас в городе очень неблагоприятные